Приветствую вас! Меня зовут Лилия Донскова, я официальный обозреватель компании Oriflame. Мне прислали на обзор новинку из каталога номер 3, это матирующая пудра из серии Giordani Gold. Пудра выйдет в двух оттенках, теплый бежевый и слоновая кость. Мы сегодня с вами как раз попробуем слоновую кость. Я эту пудру потестировала несколько дней, получила не просто приятные ощущения, а прям вау эффект, потому что эта пудра делает прекрасный фотошоп, лицо как с обложки журнала, дает идеальное невесомое покрытие, матовый шелковый финиш. Пудра невесомая, защищает благодаря тому, что в состав входит экстракт шиповника, витамин С и Е. И самое главное, мне понравилось, что в течение дня пудра не забивает поры, она выглядит так же, как и в тот момент, когда я ее наношу. Рассмотрим повнимательнее пудру. У пудры есть зеркало, что очень важно, и удобная пуховочка, бархатная такая пуховочка, благодаря которой можно наносить пудру легко в любом месте. Также можно пудру наносить, используя кисть, то есть вы выбираете тот способ, который вам удобнее. Мне нравится и тот, и другой метод. Если наносить специальной губкой, то получается более плотное покрытие, такое на выход в свет, на фотосессию, а кистью более легкая, невесомая. Я вам покажу и тот, и другой вариант. Давайте с одной стороны я сделаю кистью, а с другой пуховкой, и вы посмотрите, как это работает. Я набираю пудру. Она немножечко, кстати, пылит, когда ее набираешь, поэтому сильно кистью орудовать не нужно. Набираю и аккуратно наношу на кожу. Сразу лицо выравнивается. Кстати, я еще заметила, что морщины становятся менее заметные. А на этой половинке я вам покажу, как наносить с помощью губки. Покрытие, как я говорила, получается более плотное. Вот такой эффект. Мне кажется, разницу видно, что с левой стороны, где я наносила специальным спонжем, покрытие более четкое, такое ровное, идеальное коже лица. И мне остается только добавить бронзер и капельку румян, чтобы завершить макияж. Я вам желаю чудесных приобретений. Пробуйте новую пудру. Я уверена, что она понравится. Мне кажется, она всем понравится. Я рекомендую всем попробовать новинку. Уже в третьем каталоге компании Oriflame она будет доступна к покупкам. Всего вам доброго, до новых встреч!